Добрый вечер. Очень радостно так вот неожиданно сыграть вот, и как-то посодействовать Олегу по мере возможности. Ну ладно, чего мы поиграем. Первая песня, она новая, написана на стихи Анны Логвиновой, на стихотворение, вернее, почему говорят все на стихи. Это одно из тех слов. Прошлое мое, ты где-то есть. Когда уже не будешь на виду, прошлое мое, ты где-то есть, но только никогда уже не будешь на виду. Прошлое мое, ты предлагаешь мне сесть на скамейке в нескучном саду. Какая-то бабушка говорит, да уж, и кормит сухарями трех белок. Какая-то бабушка говорит, да уж, и кормит сухарями трех белок. Кто из нас первым забудет эту бабушку? Тот, кто первым выйдет из переделок. Стороны. Тут не может быть уверенности, возможно, это бабушек было три. А с другой стороны, тут не может быть уверенности, возможно, это бабушек было три. И все они мчались сквозь кусты сирени, единственной белке протягивая множественные сухари. Прошлое мое, ты где-то есть, но только никогда уже не будешь на виду. Прошлое мое, ты где-то есть. Спасибо большое. Приветствуются всякие пощелкивания. Между пальцем, зато ты сумеешь дождаться.
как со рассвета законы теперь. Никогда не замерзнешь, я слышу твой плач. Я слышу твой плач. Зима будет снежной, либо будут рады в тепле, разомлеют продрогшие нервы, и я научусь быть живым и готовым радушно встречать все грядущие зимы. Ваше слово. Thank you.
Спасибо, друзья. Христос воскресе!